Выправке этих ребят можно позавидовать, а строевые песни наверняка смогли бы поднять боевой дух целой армии. В Красногорской 10-й школе муниципальный этап конкурса «Смотр строя и песни». Синхронно шагают, поют и выполняют команды ученики почти из всех общеобразовательных учреждений городского округа. Самые простые команды на «Ле», на «Право», соответственно, на первый и второй рассчитаться, построение в колонны, с места строевым шагом марш с песней. Они самые базовые, вот, которые, в принципе, должен знать каждый. На выступление каждого школьного отряда отведено 3 минуты. За это время важно выполнить все строевые команды, при этом номера должны быть индивидуальными. Четкость и точность движений и исполнение строевых песен оценивает жюри, в составе которого военнослужащие, ветераны-интернационалисты, представители администрации округа. К такому серьезному событию школьники готовились не одну неделю. Мы готовились очень серьезно, потому что мы уже в течение нескольких лет едем на районные соревнования и также выступаем в школе. И также с этим составом мы выступаем на ЮДП командой «Правопорядок». В зеленых беретах и белоснежных перчатках выступают патриоты. Команда представляет Нахабинскую школу №2. Участие в муниципальном конкурсе ребята считают своей почетной миссией. Участвовал сначала весь класс, но мы избирали лучших, чтобы получить идеальную команду. И как раз-таки, наверное, мы надеемся, что это нам даст какой-то успех. На каникулах, сейчас же каникулы, и мы тренировались. Даже утром мы вставали, в 9 утра приезжали и по часу тренировались как бы. Потому что мы понимали, что мы едем выступать за нашу школу, и это многого стоит. Отстоять честь школы старались все команды-участницы смотра строя и песни. Но честь городского округа отстаивать предстоит лишь лучшим. Победители в муниципалитете отправятся на областной этап конкурса.